Доброго дня вам, друзья, с вами Гив со своими еженедельными новостями. Надеюсь, они вам еще не наскучили. Фронтиры выбрались из летней спячки и каждую неделю проводят стрим. По четвергам Майкл делает интересные дневники разработчиков, а в пятницу Дэвид Брэбен сливает нам по 20-25 секунд геймплея и завершают они все это рассылкой. Ну, как минимум, мне теперь гораздо проще с видеорядом. Теперь есть всегда что показывать и о чем поговорить. Начну, пожалуй, с ролика, который показывал Дэвид. Так что можно рассмотреть за эти 20-25 секунд. Два багги несутся по поверхности планеты, атаковать какую-то базу. Их с Земли атакуют башни защиты, с воздуха на базу заходит федеральный корвет, это новый фракционный корабль, который появится в 1.5. И во вторник, 27 октября в 9 вечера по Москве, будет стрим с разработчиками, в котором нам покажут геймплей, а именно атаку базы. Ну и для затравки вот еще скрин из рассылки. Далее, прежде чем я продолжу рассказ, я запущу еще один видеоряд со стрима, который прошел в среду. Это был стрим разработчиков, назывался он «Внутри SRV» и был посвящен интерфейсу, управлению и внешнему виду багги. В том билде, который нам показывали, не работали столкновения с SRV, мелкие камни, как видно, тоже не влияли на езду, но в целом все было уже понятно. Видеоряд со стрима пойдет на протяжении почти всех новостей, ссылка на полную версию стрима в комментариях. Так вот, возвращаясь к атаке базы, и посмотрев вот эту атаку базы, у меня возникло очень много вопросов. При этом эти вопросы, в общем-то, схожи сами по себе, и я попробую объединить их в один. Это как фронтиры заставят игроков играть вот в это. Заставят – это не очень красивое слово, здесь, наверное, негативный оттенок оно несет. А я вот что имею в виду. Для чего нужно будет игрокам захватывать базы? Это будет богатый денежный куш, какой-то лут с них, несколько сотен меритов за захват. Или, может быть, это будут миссии, за которых, опять же, будет хорошее вознаграждение. Может быть, это будет война малых фракций, бонусы к торговле. На текущий момент у меня нет сомнений, что вот на уровне графики и физики все будет как минимум просто отлично. А вот с геймплеем очень хочется, чтобы они не подкачали, а сделали все на том уровне, который ранее был для них недоступен. Ибо мне будет крайне обидно, если весь их труд по созданию будет мало востребован. И, кстати, для тех, кому интересна техническая реализация элиты, и кто знаком с английским, есть такой видеоролик, когда один из разработчиков выступал на конференции Амазона. Так вот, там показано, за что отвечают серверы, как организуются инстансы, какие базы данных используются. В общем, очень много интересного для тех, кто может в этом разобраться. Ссылка на этот видеоролик у меня в описании. Теперь перейду к тому, что рассказал Брукс. Он опять вернулся на несколько недель назад и опять стал рассказывать про посадки на планеты. Сейчас игрок подлетает к планете, словно налетает на стену и оказывается в обычном космосе. С выходом горизонтов игрок, у которого есть это дополнение, перейдет в орбитальный круиз при подлете к планете. Отвечать за это будет специальный модуль, и переход произойдет автоматически. Этот модуль нельзя будет ни убрать с корабля, ни сломать, он повредиться не может. В общем, просто он некий такой триггер, который будет запускать орбитальный круиз. Когда игрок окажется в орбитальном круизе, немножко изменится полетный интерфейс и особенности этого режима полета. Игрок может быстро двигаться над поверхностью планеты, находясь на орбите и летая по орбите. Если игрок опустит нос корабля вниз, то он будет приближаться к планете. Наверное, будет падать скорость, по которой он двигается над планетой. Если он опять выровняется на орбите, то продолжит дальше исследовать планету.
Если же игрок будет продолжать снижение и дальше, то на определенной высоте, я думаю, это зависит от самой планеты, снова произойдет смена режима полета на планетарный. И в этом режиме игрок уже почувствует и гравитацию, и еще раз изменится графический интерфейс. Тут же будут высотометр, авиагоризонты, компас и прочее. Также Майкл рассказывал, что игроки смогут поддерживать друг друга, летая и выполняя наземные операции, разделяя сферы. Например, пара игроков работает с Земли, а пара поддерживает их с воздуха. Впрочем, как сказал Майкл, даже если вы игрок-одиночка, можно и одному проделывать эти трюки, пересаживаясь с корабля на багги и обратно, выполняя какую-то наземную часть операции и какую-то воздушную. Последнее, о чем рассказал Майкл, это о том, что работа по локализации продолжится уже, наверное, после выхода 1.5 и горизонтов. К выходу горизонтов они хотят, чтобы не осталось непереведенных мест в игре, а вот работать по отзывам игроков будут позже. Это сказано было про все локализации, а не только про русскую, поэтому ничего, кроме как ждать, нам, к сожалению, не остается. Возвращаясь к стриму про багги, багги будут разворачиваться из грузового отсека корабля. То есть некоторые игроки стали обращать внимание на то, что багги вроде бы больше, чем грузовой отсек. Да, но он будет, шасси будут собраны вокруг кабины, грузового отсека будет что-то выдвигаться, и багги оказывается на земле, и там можно будет развернуть, точнее, он будет это делать автоматически. Как это будет выглядеть, обещали опять же показать, насколько помню, на следующей неделе. Убираться багги будет аналогичным образом, а сама езда по багги по поверхности напомнила мне гонки на раллийных таких машинах по пересеченной местности. Скорость у багги, я смотрю на спидометре, метры в секунду, а скорее всего, и это значит, что здесь можно ездить на скоростях более сотни километров в час, а разработчики заявляли и больше сотни миль в час, это 160 километров. После того, как игрок оказался в багге, он может отправить свой корабль на орбиту, где этот корабль будет неуязвим, это Майкл подтвердил сегодня, отвечая игрокам. Но вот если вы оставите корабль на земле или во время взлета и посадки, корабль представляет собой отличную мишень, и другие могут, в общем-то, его разобрать. Если вы отъедете слишком далеко, то всегда можно будет подозвать корабль к себе, главное, чтобы было место для посадки. Сами багги по себе оставили у меня весьма приятное впечатление. Можно ездить, можно прыгать, можно кувыркаться. Наверное, можно будет и воевать весьма неплохо. В общем, это уже другие скорости, нежели те, к которым мы привыкли в элите. Это что-то очень мелкое и быстрое. И еще раз говорю, главное теперь им под багги, под базы, под планеты подтянуть геймплей, чтобы это действительно было востребовано, чтобы не получилось так, что игроки сели, а делать нечего. Ну, в общем, не знаю, как вы, а я скрестил пальцы и продолжаю верить в товарища Брабина и его команду. Почти под каждым роликом мне задают вопрос про Steam и Горизонты. Я отвечаю, вот нет никакой особенной версии элиты для Steam, равно какой-то особенной версии Горизонтов из Steam. Элита привязывается к учетке фронтиров. Из Steam вы запускаете просто лаунчер. И когда элита появится в Steam, а это будет или с релизом, или может немножко раньше, то на 99% уверен, что купив Горизонт, вы получите просто ключ, который все равно введете на страницу учетной записи фронтиров. И это сейчас была никакая не минутка рекламы магазина, просто чтобы не возникало путаницы. Все дополнения, они привязываются к учетке на сайте фронтиров. Кто хочет покупать через Steam, просто ждет, когда там появится элита и все. Не так давно я рассказывал про майнинг, а есть очень интересный альбом. Его вы сейчас видите, ссылка на него в комментариях тоже есть. Там человек собирает информацию о металлических кольцах планет с обильным содержанием руды. Конечно, это не все доступные места в игре, но для тех, кто хочет хотя бы с чего-то начать, это самое то. В последнем обновлении, которое было во вторник на этой неделе, починили перехват. Теперь уходить и перехватывать стало легче. Возможно, не так легко, как раньше, но мне вполне это удается. Единственное, я теперь по совету пилота Крей, когда ухожу от перехвата, более активно работаю двигателями, постоянно то повышая, то понижая скорость.
Это помогает сбросить противника с хвоста. При этом, конечно, ориентироваться на вектор ухода все так же стоит продолжать. Я ранее рассказывал про то, что я не играю на клавиатуре и мыши совсем. Пилот 40 предложил мне, чтобы я рассказал о том, как можно изменить стандартное управление. Возможно, я открою для кого-то велосипед, но еще раз, я не играл в элиту на мышке. 30 секунд теории, три оси, вокруг которых может вращаться корабль, это крен, тангаж и рысканье. В стандартном управлении на мыши на оси Y назначен тангаж, нос корабля вверх-вниз, и на оси X назначен крен. Рысканье осуществляется с клавиатуры. Вот 40 заведет бой, первый тестовый бой, и основная проблема, как он отмечает, это то, что корабль при любых движениях мышки сваливается немного в крен и доворачивает на цель неудобно. Какие изменения стоит сделать, по его мнению, это поставить на ось X на мышь рысканье, а ось крена поставить на клавиши AD. Соответственно, газ мы оставляем по умолчанию на WS, вот, и тогда управление кораблем будет похоже на управление шутером, когда мышью вы целитесь. Понятно, что тангаж гораздо более быстрый, чем рысканье. Это изначально сделано так, что рысканье в элите медленное. Но по отзывам Сорокса так гораздо удобнее, когда вы играете словно в шутере, двигая мышкой, а если вам нужно довернуть, то это делаете с помощью крена уже на клавиатуре. О чем еще хотел рассказать? Сайт совершенно не новый, это сайт eddb.io. Здесь собирается и база данных по товарам, кто сколько чего есть на станции, и также появилась теперь информация по кораблям на станции. Можно искать торговые маршруты. Не все актуально, да и лично я считаю, что лучший торговый маршрут это тот, о котором никто не знает, ибо для большинства маршрутов очень легко их можно опустошить. На вкладке «Станция» можно выбрать требуемый корабль, и тогда покажет, на каких станциях этот корабль есть. Но в целом сайт такой есть, он пользуется определенной популярностью у ряда игроков, и поэтому, конечно, пользуйтесь им. И заканчивая ролик, в рамках подготовки к следующей части ролика «Ответы на вопросы игроков», задавайте их мне. Для этого я сделал комментарий с вопросами из первой части, чтобы вы не повторялись. И можете, отвечая на этот комментарий, и задавать новые вопросы. Единственное, что в этой подведке попрошу не флудить. Или такой же пост создан ВКонтакте, можете задавать также там, либо уже через личку ВКонтакте, как вам удобней. Вопросы можно задавать по механикам игры, на темы игровые, на околоигровые. Их все соберу, потом и в одном или в двух видео, как получится, я на них отвечу. На этом все. С вами был Гив, и удачных вам полетов!